В 1943 году, когда свежи были еще впечатления боев на улицах Сталинграда, родился документ «Описание боевых действий штурмовых групп городского боя по опыту боевых действий частей 62-й армии в городе Сталинграде». Особо отмечается, что главный принцип боя – быстрота и дерзость. В числе прочих наставлений описание боевых действий приводит и такое – «врываться в дом вдвоем, ты да граната, оба будьте одеты легко, ты без вещевого мешка, граната без рубашки». Бойцу рекомендовалось постоянно направлять впереди себя гранату и только таким образом проходить весь штурмуемый дом. Впоследствии родилось еще одно правило, которое используется бойцами спецподразделений и поныне. Первую гранату бросать или закатывать по полу с вырванной чекой, вторую не выдергивая чеку. Таким образом можно добиться того, что выжившие после первого взрыва люди, если такие есть, увидев вторую гранату, рефлекторно бросятся на пол, закрывая голову руками. Их можно будет взять живыми, сэкономив при этом боеприпасы.